общем-то, неплохо начали матч, и неплохое движение было. Такой первый период довольно равный был. Нас сегодня немного подвели удаления. Как немного? Очень много играли в меньшинстве, то есть практически период. Возможно, от чрезмерного желания ребята где-то старались сделать больше, чем нужно. Вот. И, ну, естественно, игра в меньшинстве забирает много сил. И, но, тем не менее, действовали неплохо, в том числе и в меньшинстве, да, ну, вплоть до последних минут. И втроем выстояли, да, и также из позитивного можно отметить, что желание блокировать броски было сегодня на уровне, то есть очень много было заблокированных бросков, то есть ребята старались действовать самоотверженно. Ну, наверное, пока еще не хватает, скажем так, таких порядка, да, порядка именно в действиях, таких осмысленных действий хочется видеть больше. Ну, мы работаем над этим. Но вот из-за того, что много потрачено было энергии и сил при игре в меньшинстве, наверное, их как раз-таки не хватило на последние две минуты буквально. Ну да, там в меньшинстве допустили ошибку, в общем-то, позиционную, которая привела к голу. Ну, конечно, всегда неприятно проигрывать, но тем не менее, да, мы, как говорится, стараемся смотреть и на моменты, которые нужно улучшить, и в том числе и позитивные моменты отмечать. То есть идет плановая работа, и я думаю, что все эти ошибки мы разберем, конечно же, и будем ребятам вот все показывать, рассказывать и двигаться дальше.